Когда говорят о Катыни, обсуждают Катынь, то мне часто приходится слышать, нам надо покаяние. Но покаяние – это то, что предполагает признание какой-то вины, за которую ты каешься. А в данном случае какая же это вина? В 40-м году наше правительство, или Политбюро, что примерно одно и то же тогда было, приняло решение об убийстве без суда и следствия 20 тысяч, больше, почти 22 тысяч польских граждан. Мы хотим создать книгу памяти этих жертв. И вот сейчас мемориал после многих лет работы приготовил такую книгу. Это первый из нескольких томов. В него включено 4415 имен, кратких биографий людей, которые были расстреляны именно в Катыни. Мы делаем все, чтобы как можно больше наших сограждан узнали правду о катынском преступлении. Но это важная книга. И это точка реализации нашей гражданской ответственности, так как мы ее понимаем. Меня зовут Павел Литвинов. Я был рожден в 1940 году, как раз в то время, когда произошло катынское преступление. В этом году исполняется 75 лет со дня катынского расстрела. Кто был расстрелян? Расстреляны были военные, расстреляны были полицейские и расстреляны были просто представители польской интеллигенции. Расстрелян был цвет польского народа. Необходимо поддержать издание книги «Память погибших, убитых в Катыни» с помощью народного финансирования, потому что мы должны как бы искупить этот непрошедший стыд.